ликвидирует очередь через 3 года. В 2017-м администрация Сургута выделит 39 земельных участков под ИЖС. Получат возможность построить свое жилье в основном многодетные семьи. За весь прошлый год им были предоставлены всего 12 таких наделов. Связаны столь низкие темпы с рядом обязательных условий к участкам. Это наличие дороги, инженерных сетей, межевания, постановка земель на кадастровый учет. Всего льготные очереди на получение участков под ИЖС сегодня 1400 семей, 995 из них многодетные. Очень большие затраты, то есть их же не просто поставить на кадастровый учет и размежевать, там же нужно дорогу подвести, сети, то есть участок должен быть обеспечен, а не просто в поле продать. И это большие затраты, то есть по мере выделения денег и строительства дорог, инженерной инфраструктуры, происходит предоставление. Ну, по плану до 2020 года должны 1280 участков предоставить.